Жители встали на защиту избитого полицией сантехника, которого обвинили в нападении на представителя органов власти. Провокация, считаю. Тебе еще была провокация со стороны правоохранительных органов. Они пришли навести порядок, а они спровоцировали человека на скандал и повели себя неправильно. И до сих пор они себя выгораживают, а человека топят. Это ужасно. Будем бороться дальше. Это все несправедливо. Подробнее сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.